Что вы там такое прячете? Ничего. Дети, помогите диван передвинуть. Что случилось? Да вот там закатилось. Пододвиньте диван, помогите мне, я достану. Да, детки, такие молодые, такие хилые, а? Совсем спортом не занимаетесь. Это у тебя диван слишком сильный. Докатились. Диван сильнее парня. Ладно, я знаю, что делать. Фух. Добрый день. Да, нужна помощь. Ого, вот это точно спортивная скорость. Физкульт, привет. Ох, привет, Валера. Ну и где эти хилики? Тут. Ну что, будем из вас делать таких же силачей, как я? Ну, мама! Все, идите тренироваться. Вы готовы окунуться в мир зарядки и спорта? Упор лежа. Быстро. Раз, два, раз, два. Ниже. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Шире. Раз, два, раз, два. Ниже. Ниже сказал. Все, я больше не могу. Надо что-то с этим тренером делать. Что тут разлеглись, как тряпки? Ну-ка, подъем с переворотом. Марш! Ну вы что? Ну-ка, упор лежа. Руки на пояс. Бег на месте. Нет! А где Валера? Так ушел. Тренировка закончилась. Вообще, как тренер-то он не очень. Да, слабый какой-то. Странно. Ничего странного. Смотри, какие мы сильные стали. Нет. Что вы там такое прячете? Ничего. Валера, что они с тобой сделали? Ой. Значит, тренировки закончились. Валерка слабый и ленивый. Придется вас наказать. Что, в углу стоять? Главное, что не стоять, а не тренироваться. Сейчас, стоять вы будете после, а сейчас для вас челлендж. Время Валеры. Вот это хорошо. Сейчас вы у меня побегаете. Ну что, Валера, кто у нас первый будет показывать? Папа, ладно, тихо. Мы решили, он покажет лайк, мы решили, что Мегарон будет показывать первым. А вы будете угадывать. Стойте, не смотрите. Папа тоже будет угадывать. Что делает Валера? Что делает Валера? Валера готов? Крушится! Колесо! Сальто! Да! Да! Сальто! Делает сальто! Делает сальто! Теперь я! Ладно, как наказанная, показываешь ты, тренируйся! Валера, тренируй Катю! Давай, я прочитаю, рассказывай! А, сама прочитаю? Сама мне теперь читать! Да у нас Катя умеет читать! Вопрос какой? Сколько сейчас времени? Сколько сейчас времени? Такое цифру он не покажет! Как там? Это что такое? Три. Без 15.4. Без 15.6. Половинка Валеры. Что это? 9. 3. 3. 6. 5. 1. 0. 15. 6. 15. Это больше 10. Это больше 10. 3. 15. Так, это так. 6.15. 3. Или 3.30. Все, 11. Что это?
не надо, нормально. Ребята, мама уже. Сейчас мы с Валерой покажем, как надо тренироваться. Так, Валера. О, нам как раз досталось. Раз уж мы про спорт, значит про спорт. Каким спортом у нас любит заниматься Валера по выходным? Приседания. Нет. Отжимания. Ходьбой, бегом, коньками, лыжами, лыжами. Бегом, бегом. Бегом, супер бегом. А боксером, боксером. Нет. Соник, карате. Какой Соник? Подождите, как они делают? Подождите, подождите. Лыжнёй. Подождите, я так приседаю. Я выбираю супер карту, не смотрю, не показываю, ребята, где находится Валера. В очереди. Кто третий? В магазине. Удалец в магазине. А, в лифте. Правильно. Лифте. Ну, молодцы, спортивные ребята стали. А сейчас, ребята, задание для вас. Пишите в комментариях, что я показываю. Ребята, это задание для вас. Пишите в комментариях, где мы с Валерой. Я знаю. Я тоже. Это... Что это? Я догадалась, наверное. Что это? Ой, это что такое? Нет, я такой не догадалась. Ну-ка еще показывай. Ты что, Михаил? Я знаю! Что? Я знаю, ребята! Ребята, я знаю, знаю. Ну-ка. Да, да, я вообще неожиданно. Честно, я сначала думала другое. Ребята, пишите в комментариях, догадались ли вы. Обратите на последнюю. Вот перемотайте и обратите на последнюю его действие. На последнее его действие вы сразу же отгадаете. А то так будет, можно запутаться. Это спит у нас. От мамы суперсложная тренировка и загадка. Отгадаете? Валера, как думаешь, они отгадают? Да, я сомневаюсь, что они что-то угадают. Нет, я тоже думаю, не отгадают. Ну что, готовы? Это пословица и поговорка. Кто профессионал по пословицам и поговоркам? Я! Кирюша! Кирюша все знает. Ладно, вы это знаете пословицу. Ростя тоже точно знает. Ребята, вы тоже должны это изучать еще в садике. Пословица и поговорка. Вспоминайте, легкая, она легкая. Ребята, вспоминайте, уже начинайте писать. Я не знаю, что писать. Запомните пословица и поговорка. Ребята, отгадывайте наши загадки. И пишите в комментариях свой любимый вид спорта. Жми на красную кнопку и подписывайся на наш канал. Ставь лайк. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые классные истории. Пока-пока.